Ну да, разные умные темы пообсуждаем. Да, тебе придется долго рассказывать. Вы только это записываете, потом те, кто не были, послушают. Ну, лекционный курс. Всем привет. Так, ребята, быстро гоним на этот. Да и давайте вообще воздержимся от вот таких вот тем, где мы можем немножко поругаться, да? Нет, да, ребята, я еще раз повторяю, давайте не будем касаться тем, которые затрагивают, скажем так, глобально затрагивают под критическим углом религиозные, политические темы. То есть это вот ни в коем случае не допускать. Он на них так хочется говорить. Нет, они хочется. Гидосан на 10-го командира. User left your channel. Давайте тогда поговорим об игре. Франки 10-му командир. Сейчас. Вот что за ланужник в религии непонятное? Там вообще... Технократия вообще-то. Нормальная религия. Кстати, ни разу не реализованная в рамках... игры. Не то что игры, жизни. То есть не было ни одного теократического общества. Технократического, простите. Ну, потому что не развита еще технология. Да, да. А что вы думаете насчет проекта Венера? Проект Венера — это технокоммунизм, то есть мы ничего о нем не думаем. Это который без денег, да? Нет, это не без денег, нет, технокоммунизм, ребята. Вообще, основной принцип коммунизма всегда строился от каждого по возможности, каждого по потребности. В рамках существующего технологического прогресса это было сложно реализовать по той одной простой причине, что блага все производились людьми, да? И техкоммунизм возможен только в одном случае, то есть если эти блага человеческие будут производиться машинами, то есть не будут затребованы человеческие ресурсы. Исходя из этого всего, надо ждать появления искусственного интеллекта, роботов, не знаю, чего угодно, там автоматизированных средств производства, которые все будут это производить. Это просто машины, которые запрограммированы что-то делать. Вопрос заключается в том, что ты захотел яичницу, да, тебе не надо напрягать свою жену, чтобы она тебе яичницу приготовил, то есть напрочь отсутствует идеи эксплуатации человека человеком, да, то есть изначально... Это просто про коммунизм говоришь, что ли? Это про... Нет, я про технокоммунизм. Вообще про коммунизм и что такое технокоммунизм? А. Нет, проект меня, насколько я помню, там основан на том, что на раз... ну, распределяется грамотные ресурсы. Распределение ресурсов опять-таки стоит на том одной простой причине, что эти ресурсы производятся не людьми. Понятно? Ну такая хурма. Ну прям совсем как это идеал. Идеал какой-то. Да, это утопия, но коммунизм тоже утопия. Согласись. Правда, нет смысла, я думаю, что люди станут какими-то инфантильными, такими, которых просто кормят. И все. Нет, люди не обленятся, не будут инфантильными, просто появится время для самореализации больше. Понимаешь, возникнут идеи гуманизма, да? Вообще, по сути своей, любая война, то есть дайте людям возможность получить каждому то, что он хочет, и у нас один ванушник прибегает. Вот. И все войны прекратятся, ребят. По сути своей, войны всегда идут из-за одного. Ресурсы, еще раз ресурсы. ХВМ где-нибудь нужны? Пока нет. Пока мы на... А я помню, ставим. Какой-то аниме смотрел, «Яблочное зернышко». Там сделали таких искусственных людей, ну, которые не могут испытывать любовь. И у них там, типа, все войны кончились из-за этого. Ну, это, опять-таки, утопия. Вообще лишение человека одного из человеческих факторов, там потому что это не совсем люди. Эквилибриум. Ну да. Я вот с другом сейчас смотрю «Психопас». Это вообще антиутопия. Ну, по сути своей, ребят, если так уж совсем подходить. Ребят, у нас сейчас что-нибудь происходит. Да, что-то происходит. Если мы сейчас отпилим корону, будет очень здорово, если нас не отпилят. Дельта, ребятки, вы далеко от своей точечки не отходите, потому что если они прибегут на Б или на С. Поэтому от точек далеко не отходим, Дельта. Сус, попробуй поднять, но не факт. Я на крыше лежу. Так, у нас упало... Какое потом объявление, дай... По ТС. Так, ребят, на все, кто сейчас в онлайне, если вы не зарегистрированы в ТС до 19 числа, и вы не зарегистрируетесь до 19 числа в ТС, 19 августа, вы покинете это подразделение, потому что вся основная связь в подразделении держится только на TeamSpeak. Адрес TeamSpeak опубликован в сообщении дня подразделения, ребят.
Если вы не зарегистрируетесь, мы с вами прощаемся. Все очень просто, ребят. Ну и помимо того, что вы должны быть зарегистрированы, вы, соответственно, должны присутствовать. То есть во время прайм-таймов и вообще любых операций, проводимых подразделений. Поднимите, пожалуйста, на лестнице. Так и что, ты там по бумажке считаешь? Он эту фразу просто уже выучил. Угу. Да, дома в туалете. А, ребят, кто очень близко, кто близко к туалету, кто близко к ICU? К туалету? Ребята, кто близок к ICU, заведите его, пожалуйста. Может, все пойдем поломаем? Нет. Теперь ICU я буду называть туалет. Мама, я в ICU сижу, принеси бумагу. Сынок, где? На крыше, поднимите. Маяк, Чарли, можете поставить? Всем привет. Слушай, можно, пожалуйста, привет. Гром стоит, Чарли. Слушай, Чарли, к вам эти савы идут. Еще раз, что? У меня слетели права в ТС, можно еще раз выдать, пожалуйста, доступ? Гром зонирует. Спасибо. Чарли, гром заремайте. У нас два лайта на крыше. Ребята, у нас над нами фоги на крыше. Ничего так? Над нами это на и альфа? На Чарли. Один минус. Тогда проблем нет. Это не фоги, это ломы. Через прыгунок спрыгнули, дельта там, смотрите, сейчас на вас пойдут. Зомби-рыба какая-то, ребята. Альфа, а можно хотя бы маячок? Один ванушник. Маяк рядом с С. На альфа. Жампа запрут. Гром на дельта. Фоги. Друзья наши. Он поехал на Чарли. Да Винчи. Ребята, готовим. С крыши. Ребята, Чарли, встречаем. Крыша. Опа, нихера себе. Он тараном взял. Да, фанги, вот он урод. Да Винчи, чтоб его. Чарли, ой, браво, блядь, или там, дельта нахуй, крыша. Всех перебрал, всех запутал. Снизу на точку заходят. Они со всех сторон гранат прокидывают. Да, с крыши зашли Питер, уже. Блядь, на мозг. Браво, тихо, моя, тихо, тихо, не материмся, пацаны. Нас зарашили. Зарашили где? На маяк стоит, альфа, прыгай. Чарли, высаживаемся по... Нет, не высаживаемся по... Высаживайтесь у нас. Чарли держится. Беда в том, что на альфа все шалтай-болтай были. Никто не занял оборонительные позиции, все бегали туда-сюда. Да. На бэкграунд приехал. Чарли прорашили. Чарли прорашили, ребята. С, все, фоги заняли. Так, ребята. Угу. Удерживаем Чарли, переходит на точку Б в оборонительную позицию. Остальная Макс прорывается, прорывайтесь к Альфа Браве. ICU не затем, ага. Ребята, удерживаем позиции непосредственно Чарли на точке Б. Альфа Браво, атакует точку А, ребята. Давайте действуем, парни. На Б сверху гал высадитесь. Фоги над дельтой. Браво, фоги. Я не смог нормально поднять турель. Их тут ёбаная куча. Респашил. Нам нужен еще один гром, наши все снесли. Авиация, можете подойти к короне? У нас дофига. Это проехала молния. На оранжевой точке сбора. Понял, ребята, сейчас попробуем. Сейчас нет, воздух отмена, зачистим. Отмена. Скинь. Воздух защищаем пока что над короной. Брат, там да, не говори. Ребята, отходим на насос. На дельта, на маяк вместе будем выпрыгнуть. Ребята, отмена. Всех отмен, отходим с короны, уходим на насосную станцию взорвана. Сейчас это все, вся эта шелупень полетит сюда. Не-не-не, сейчас фоги, наверное, пойдут на зону раскопки, там 48 ну, плюс инкрфей. Отходим, занимаем оборону, Платон, занимаем оборону на насоске.
Либо пускай идут на палисад, либо идут нахер. Короче, на насосную мы их не пропустим. Тебя убил план ледяные геечки. Это нормально. Это вот этот Мари Шдоу со своим бойфрендом. Все нормально. А их там уже больше. Плодятся. Чего, мы с Куртом вчера встретили... А Мария Шедоу что, уезжает? Да. Клан Ледяные Геечки. Ледяные Яички? Геечки. Ну, в принципе, ты не сильно ошибся. Да-да-да. Тихо, что? Хорошо, он кашляет. А че, его из фога выгнали, что ли? Ну, типа да. Как бы да. Кого? Это кому и надо. Тебя. Так, ребят, смотрите, сейчас очень интересная ситуация. На разрушенной арке наших выбили. 48 плюс взять не смогли. Мы не смогли взять с короны. 25-48, они стоят там. Стоим на насосную и ждем, куда они двинутся. Буквально 2-3 минуты нужно для передислокации и перехода в состояние какого-нибудь. Как только проценты в каком-нибудь положении поменяются, мы предпримем наш ответный ход, как говорится. Альфа, Браво, Чарли, взять по галактике, стоять рядом на медном карьере по метке отряда Дельта. Ребята, мне нужны галактосы, сбор на метке отряда Дельта. С каждого отряда, Никс с Чарли возьми. Он Дельта теперь нам берет. Окей, берите. Браво, Ред Ноугард возьмет. Альфа возьму, Браво. Браво, Модус возьмешь. Ред Ноугард. Для Чарли? Да. Возьму. Давай, бери. Так, ребята, еще раз напоминаю, в отрядах должно быть по 4 инженера, по 3 медика. Нужна где-нибудь поддержка авиации? Нет, пока. Прикройте, не прикрывайте пока, летайте пока где-нибудь. Хранитесь, не сдыхайте. Ребята, что у них здесь всех скатывается? Да, ребята, еще раз повторяю, мне нужно, чтобы в каждом отряде было 3 медика, 3 инженера, 6 хевиков. Вот так. Я не дал усы. Пять хевиков. Возьмите инженера. 5 хевиков, один инфилятор. Ладно. Ты же знаешь, я сам медик. Ребята, не передислоцироваться. Вот они у нас уже появляются потихонечку. Начинают лезть к нам. Киберпинги, возьми инженера. Фоги пошли на кварцевую грязу. То, что там... Или нет, я не знаю. Ты уверен, что на кварцевом гриду? 25-48 по-прежнему удерживается состояние. Да, скорее всего. Да, они не пойдут сюда. 3 минуты. 4 минуты откат. Ну да, не пойдут. Так, ребята, галактоса, проход по метке взвода. Всем передислок галактики, пошли. Все свои галактики высадились. Галактики по метке взвода выдвинулись. Ребята, наша задача упасть вот сюда, по метке взвода. На метка взвода стоит на здании, куда можно проскочить. Пошли, пошли, пошли. Поможем нашим парням. Странно, я думал, авиация, прикройте нас, ребята, авиация, прикройте нас на разрушенной арке. Отсюда всех. Принято. Просто прикройте нас там. Гипербарий. Слева. Гипер, уже тебе дали право. Можешь передвигаться. Дроп. Ребята, там надо быстро дропаться, просто вот моментально. Гром скалит. Давай, Модус, заворачивай, братан, заворачивай. Дроп! Чарли, дроп! Альфа, дроп. А чё ты криво? Потому что долбит со всех сторон Аргуса. Не со всех сторон, конкретно со скалы. Там стоит гром и Аргусы. Нормально, держите точку. Держите точку, додавливаем. Мы галактики, чё, поставьте, отойти. Галактика отойти на тех станциях Таурих. Если галактики, по метке Дельта, отойти галактикам живым. Если галактики лопнули, хорошо, я беру галактику для Чарли. Остальные галактики, тех станции Таурич. Встаем на тех станции Таурич. Таурих, сори. Может, все-таки по каналам разбежимся? Хорошо, давайте разбегаться по каналам. Так, да, чё, не настроен.
your channel. User left your channel. User joined 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 your channel. Это над нами или под Sus, нами, Макс? Сус, включи ЧК просто, чтоб слышать. А, у тебя Red Novgorod есть, который можешь, в принципе. Red Novgorod, включи ЧК. Да, жалко, конечно. Ребят, я еще раз повторяю, всем разойтись по своим каналам в ТС. Ребята, что у нас там на точке происходит? Разрушенную взяли. И зачистили. Отлично. Хлоп, помогаем прям как можем. Угу, хорошо. Угу. Так, ребята, галактики выдвинутся на гарнизон Риджит Рока по метке взвода. Выдвигаемся прямо сейчас. Разрушена арка, сколько тайминг? 20 секунд. 20 секунд. Всем передислок в Галактос. Будем брать Риджит Рока. Чё-то они легко небесные отдали. Приготовиться к Чарли, приготовиться к сбросу. Ребята, еще раз повторяю, по меткам будем брать Риджит Рока. Дроп. Галактики живут. Галактики, отходим обратно к Таурих. Галактики, уходим к Таурих. Авиация, прикройте нас на Таурих, если что. Галактики. Галактики, отходим все по метке взвода. Хой, посмотри, пожалуйста, где прикрыть. Прослушай. От техстанции Таурих. Галактики понял. Прикрыть надо там. Понял. Мы как раз пополняемся там. 7 минут. Нет, они точно чухнут. Сейчас чухнут, сейчас будет батл. Альфа, пацаны. Капитан, бери командование в свои руки. Включи ЧК. Капитан Синяк, включи ЧК. Варина свалась из текстур. Алексей, в текстурах был? Алексей, у меня тоже ЧК не настроен. Момент был, как будто ты не по лестнице пробежался, включите, а в лестницу включите вошел. Просто, Red Novgorod тебе будет говорить, что и как. Red Novgorod, странно, ЧК все нормально было. Капитан, блядь. Ребят, капитан Синяк, включи, пожалуйста, ЧК. Капитан. Он вышел в ФК-шит или хрен его знает. Так, ладно, Red Novgorod, включи Bewater, my friend. Вруби, я тебе даю капеллана. Просто нажми на себе вторую кнопку и будет слышно. Будешь слышать, что говорят ЧК. Нажми на СФТС на себе вторую кнопку, и там будет командирский канал связи. Включи, и все будет слышно. Давай, делай это. Нету. Request all power или что? Нет, там у тебя будет commander channel. На себе вторую кнопку нажми. На своем нике. Вторую кнопку мыши, правую кнопку мыши на себе. Там будет commander channel. Есть? Нету. А, все, нашел. Меня слышишь? Я говорю в ЧК. Ответь просто. А, ну, это да, ты кому? Channel switched. Все, ты можешь не говорить, ты меня слышишь. Альфа, ребят, я вас не вижу на метке. Гарнизон Риджит Рока. Браво уже вайпнулось. Фоги пришли. Ребята, Альфа, Браво, галактики подведите и этот. Так. Поехали.
Альфа, ребята, на этот холл займите еще раз. Так, фараон, сиди у меня за пушкой, сейчас будем делать суицидальные заходы. Понял, понял. Вот он, Биотр пишет, мне дай командира в альфа. Сейчас. Давай, фараон, ебаш. Может, скажешь, когда эти очки перестанут идти? Давно уже не идут. А, ну окей. Секунд 30. Ты меня качал, что ли? На пати стрелы, короче. Да заново пойдет. Альфа, авиация, работайте по точке А. Уничтожьте турели, всю эту хурму. Фараон, сядь на пятое место, на бульдожку сядь. Фараон, сядь на бульдога. Он выпал. Я понял. Работаем, Хван. Сейчас я передислоцируюсь к тебе. F81, сори. Сори, F81, блин. Байман идет к нам. Галактики, работайте, подходите для реинфорсмента людей, то есть для подхода к подкреплению. Подходите к Риджи Трока, сбрасывайте людей, отходите обратно. Бульдоги, работайте. Так, здание только наше. Ой, как-то нехорошо там тебе получилось. А что в меня врезалось, блядь? Цель уничтожена. Вражеский инженер в зоне видимости. Замечен вражеский штурмовик. Внимание! Группа отходим. Противника! Галактики беречь. Галактики, повторяю еще раз, беречь, ребята. Работайте, дотрахит дементор. Вперед. Пушки разверните, работайте по проходу. Развернуты, но врагов не вижу. Там у вас эти, да, стоят? Инфракрасная хурма. Да. Сьюха здесь есть или нет? Сьюха сейчас, по-моему, на почти не знаю. Замечен вражеский штурмовик! Нету, по-моему. Я до левой части не достаю. Угла нету. Есть. Дотрахит, да. Держишь, все нормально. Я на вторую. Отошел. Огромная воздушная армада фогов летит. Вообще. Ребята, огромная, авиация, там жопа галактики летят. Идем и летим, мы уже работаем по ним. Готовим сейчас. Сейчас же дроп на нас. Ребята, галактики идут, огромная армада. Да, мы видим, мы уже отработали половину. По галактосу работает дементор. Хвейбл Баймана! Чарли, работает. Гала подходит. Откуда Гала подходит? Откуда Гала подходит? Еще раз. Б потеряли, Если что, извинение хосту. Передислок, галактика на точке Б. Дроп. Пошли. Все пошли. Дементор, покинуть машину. Отлично кинули гранату. Хой, все галы сбитые. Красавчики, вы с потери. Нету. F-81, как нет, я же хоста лично убил нечаянно. Точку взяли. Я вижу, пацаны. Галактики подошли, сбросили, отошли. Они мертвы. Я нашим галактикам говорю. А-а-а.
Галактики, вот, еще раз. Так, ребят, галактики, повторяю, в точке отхода техстанция Таурих. Техстанция Таурих. Отходим на починку на всю хурму. Мы уже их всех... Ой. Ребята, Чарли, что у нас там вообще? У Ашпи. Все точки наши, все точки держим. На точку С и Браво пока не идут. В основном воюют в башне. Угу. Соседнюю локацию так одинокий Макс подходит. На Б. Да-да, Дементор ко мне в Галас, Галактус. Принято. Точка атакуется, точка атакуется фогами, ребята. Сейчас холл будет занимать. Альфа Браво, приготовиться к встрече. В башню начинают крашить. Я знаю. Ребята. Альфа Браво, держитесь, пацаны. Альфа Браво, держитесь, парни. Галактики Альфа Браво, подойти, сбросить, если что. Дементор, работай. Не заворачивай, поверни направо. Аргус, со стороны точки Б. Похуй. Похуй, мороз. Ать, 2 часа. Ноль. Изи каточка. Так, парни. Альфа Браво атакует по направлению исследовательский центр НС. Чарли Дельта, восточная броша Перес. Через галактики под парни, давайте быстрее. Чарли, передислоку Галактос. Авиация, прикройте галактики по двум направлениям. Дроп, Чарли, дроп, пошел. Модус, передаю тебе инж командора, делаю командиром, передай маяк другому, выставите маяк. Дельта, ребят, Дельта, пацаны, быстрее на метку свою. Авиация, работайте по этой хурме. Дементор, оставайся со мной. Ребята, авиация, далеко не проходите, там вас Перес отдолбать будет. Понял. Ридик, кстати. Сбили лидер, маячок. Что-то, да, я был, отошли. Хой, появляется зенитка, мы это... Я понял, мы тоже, я чувствую это, я сам на пилот, я вижу. Ридик, есть маяк у нас? Да, поставил. Отлично. Спасибо. Чарли, говорите, что там с Дельтой. Альфа, Браво. Говорите, что там, как там. Давай сейчас вернусь, я инженером зайду. Окей. Галактика пропала у меня из виду. Потому что я вышел с галактики чинить. Ну я понял. Привет, Чарли, не выходим особо, принимаем, пускай они на нас идут. Авиация, прикрыть восточную рощу Перес. Она там открытая точка. Там восточная роща. Альфа Браво. Альфа Браво, как у вас дела? Сообщите. Сообщите в ЧК, Red Novgorod. Все замечательно. Точку берем. Небольшой спорт. Ух. Ребятки, после этого мы сворачиваемся с направления к Вану. И будем подниматься наверх, к Анкашам. Мы нас дропнули. Сильно? Много? Их 60% врагов. Галактики подходят. Авиация на восточную рощу Перес, быстро. Уже там. Дементор, пушка. Четвертую.
Принято. Дельту флаги раскатывают. Принял, ребята, мы подходим. Ребята, галактика над вами. Реинфорсмент и вниз. Пересаживаемся. Гашим фоков как можем. Давайте, Гали, выпадайте. Падайте вниз, ёптать. Пушка, работай вниз. Покинуть корабль. Падаем, прыгаем. Да чтоб его, Макса. Все, захлебнулся, так. Наши или их? Наши. Наши. У нас ни точки респа, ни грома, ни маяка, ничего нет. Так, я понял. Я понял. Так, ребят, ждем 22 секунды. Ну, зато центр МС сейчас за нами. Так, ребят, Чарли Дельта отходит на Риджит Рока. Альфа Браво впереди работает по захвату. Центр на громах вы выдвигаетесь по метке взвода. Это Восточная Роща Перес. Ребята, спокойно, сейчас все будет. Еще раз, ребята, на громах. Чарли Браво, ребята, на громах выдвигаемся на Восточную Перес. Ребята, Чарли Браво, берем граммы. Граммы берем, пацаны. Встаем на Восточный Перес, берем граммы и едем мочить козлов. Предлагаю в каждый гром в боевой по 3 человека. Галактика Дельта сохранилась? Конечно. Отлично, Галактика Дельта, будете точкой работать сверху. Пизжу много, из-за этого вести не могу. Едем, парни. Впереди петушок. О, по курсу. По Максу. Давай. Дави гада. Вот. О, молния, ребят, наш молния сзади. Тормозить прямо. Двигаемся вперед, Гром. По-моему, все технику отработали в зоне. Принял. Ну там с этого, с энергостанции уже доебывают зенитки. Я понял. Могу починить. Чарли, движемся на точку. Ребята, общие, все на точку. Пока позицию там держит. Придерживайте позиции. Ребята, сами в своем порядке. Сделайте так, чтобы они с точки, со своей точки респа к нам вообще не смогли пройти, ребят. Ребят, делаем... Короче, прикрываем точку телами. Надеюсь, это наши с воздухом долго. Да, это наши работают. Хоть одна хорошая новость. Так, Браво. Отойти от тока Браво. Исследовательский центр НС. Браво только отходит на исследовательский центр НС. Остальные мы ребята... уже там работаем. Угу. Работаем. Остальные ребята, Чарли, Альфа и Дельта, должны находиться по метке взвода. И меня убили в спине. Падаю капсулу, берегись. Бля, обоих нас сбоку, как так, бля? Вот так, блин, они там поставили. Мы с тобой лохи, понимаешь? Я его убил, урона.
Тиховая авиация больше не может прикрывать вас на восточной роще. Я понял. Гава летит. Гала направление. Гала. Над нами Гава. Над нами Гала, ё-моё. Ребята, хевики, работать по Гале. Дроп прошел. Турели, 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 ребята. На точку. Наш маяк уничтожен. Хва, что делать авиации? Убиться об стенку! Ребята, что делать? Нам нужна помощь на восточный перес, блин. Что делать, что делать? Вопросы риторические. В пехотном ступе, в пешем строю к нам присоединились. Пока от вас откатывается, либо можете пройти один раз, бомбануть их и все. Снимите маяки хотя бы. Я не знаю, что-нибудь сделайте, ребят. Они маяки поставили, будут. Понял. Макс пробежал на точку на рывке. Да и хер с ним. Тут нас... с ним два пеха. Патроны есть, да? Патроны есть. Дропы нужны, ребята. Нужны резкие в точку. Резкие. Это на точку, больше. МакАртур. Это что предупреждение авиации? Они будут работать густо. Это на следующий центр НС. По мосту Бром ехал. Максанули. Ну, максанули, так максанули. Что я могу делать? Нас здесь и меньше. Авиация, просто ёбните. Да вроде так грамотно. Ребята, стояли, хорошо. Альфа-браво, Чарли, отойти по метке взвода. Авиация, придите просто и рубаните. А хотя нет, отмена, понял, отмена, 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 отмена. Наш уже на точке, наши на позиции. Не надо, понял, никто не бомбить. Понял. Так, пацаны, давайте быстрее. Ридик, сейчас, маяк. Если дождим, мы там бомбанем прям очень да, больно. Если дождим. Если они побегут. У нас техники до жопы просто. Ну, к вам техника едет нахуй, ребят. Хэ, как пойдет раш, сразу говори, мы налетим. Мы налетим и бомбанем. Хэ, принял? Чё? Повтори. Еще одна гава летит. В твою мать. Так, ребята, авиация, вот сейчас можете ебать по точке. Ебать по точке, ребята. Вот просто по точке пройдите и взорвите. А, основное, ребята, около пометки взвода собрали все пехота. Под обстрел не попадите. Ебашим, ХВ. Сделали заход, отходим. Макс противника рядом. Так, ребята, все, пехота пошла вперед. Пехота пошла вперед на точку. Хвой, мы готовы к второму заходу. Угу, давай. Прям по точке? Да, давай по точке. Там очень много максов бегает ихних. Давайте. Ридик, мне нужен маяк. Бомбанули. Галактос есть. Галактос есть. Ура, ребята, ура. Даже гранат не успел кинуть.
Как там, нормально? Да, путем взяли. Практически держим. Держите просто, если можете, технику очистите к мосту ближе. Ой, с техникой вообще беда, хвоя. Мы прям на один заход нас хватает. По мосту бегут, ребят, по мосту. С моста? С моста бегут? Да, с моста к Чарльзу. Да, с моста бегут. Там где-то у них гром стоит, я не знаю, уничтожили его, нет, на мосту. Помнишь, что по мосту ехал гром? Да, это у них по мосту гром. Меды там гром залепили. Говорящий Таргусов у энергостанции. Как? Мы у них на хвосте. Говнюк бегает сверху с крыши тесом. Назад, 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 назад. Крыша, 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 крыша. Браун, давай, давай, назад едем. Отлично. Объект наш. Зачищаем. Красавцы, красавцы, ребята, все красавцы, молодцы просто. Авиация, спасибо. Авиация, спасибо вам, блин. Молодцы, красиво сделали. С учетом того, что я сейчас с хулиганом переписываюсь на языке, который знаю очень плохо, блин. Постоянно сконсультируюсь с людьми. На английском? Нет, на азербайджанском. Но дело не в этом. Ребята, нам надо... так, ребят, сейчас общая... Так, ребят, пацаны. Ребят, общая система, атакуем наблюдательную вышку. Галактос подходит. Браво. Альфа идет на эту точку. Чарли, Дельта уходит на эту точку. Ребята, через две точки будем наблюдалку брать. Вот кому командира отдать в Чарли? Кому маяк? Мы в откате. Давай Альфа четвертому. Вернее, Чарли 4. Нападаем через галактики. Да, галактики. Галактики, ребята, через галактосы нападение. Галактос. Осторожно, там они выгнали просто кучу-кучу всего противоавиационного. Авиация, не подходите к наблюдательной вышке. Так, галактика, галактики, ребята, галактики, регрупп на кремниевом проходе. Регрупп по метке взвода на кремниевом проходе. А вот только галактики даже долететь не смогут. Я просто рядом прошел, меня за секунду фулк галу сняли. Чарли что делает? Сейчас галу возьму. Сейчас я возьму галу, ребят. У меня гала прочнее всех вас. Альфа 12, запрыгивай. Так что будет один шанс только на заход. Дельта задержится, но мы ее только что снесли. Еще раз повторяю, ребята, галактики по метке взвода регрупп. Давайте Чарли Гау есть, садимся. Так, ребят, все садимся в галактосы, ребят, все садимся в галактосы. Галактики регрупп на кремниевом проходе. Зерван через 3 минуты будет считать. Да, Хэллоуин, Кашин, Зерван идут. Я вижу. На метке взвода уже засекли галактики. Это дерзость, да.
на метке взвода. Так, ребят, разворачиваемся на метку. Все на метку взвода. Да там госхак. Высадка, ребята, туда. Да, высадка туда. Высадка по метке взвода, ребят. Гром, разъебашьте. Дроп пошел. Альф, Чарлик, дроп. Браво, дроп на над точкой. Точку перехакиваем и отходим в Галактоса. А ты ее не разбил? Хватит там врезался. Ребята, авиация отходит по метке взвода. Авиация, галактики отходят по метке взвода. Галактики отходим по метке взвода. Агекс. Старый арсенал. Старый арсенал галактики отходит. У вас галу взорвали. Какую галу? Ах, позади тебя где-то на скале танк. ББ. Ни хрена себе, блядь. Че такое? Так, точку захавали насосную. Что, у нас авиация немерено. Ребята, атакуем корону. ХВ, остальные галактики еще стоят на метке на старом. Ребята, двигаемся на по меткам. Меток нету. Ребята. Ребята, еще раз повторю, по меточкам подходим и... Ой-ой-ой-ой-ой. Чарли. Дроп. Все в дроп. Галактики отработали, отошли. Отошли на Зурван, отошли на Зурван. Еще раз повторяю, галактики регрупп по метке взвода. По метке взвода это Зурван. Зурван, энергостанция Зурван. Ну, короче, хулиган, который играет за фогов, он мой земелье. Тебя-то они на нас подсели. Прикольно. Плохо. Что, предлагал присесть? Да нет, он спрашивает пока. Ты откуда приехал? Я говорю, не приехал.
Касану за рваном летает. ХВ. На соседнем Гексе 5 реверков. Ничего, продержимся, ребят. Ё-моё. Авиация, сможете прикрыть нас на этом? Сейчас, на короне, да, сейчас. Да, там через минуту регруппаемся, через минуту. На Зарван, короче, сейчас ревоки заходят уже. О, блин, Галактос сбили один. Так, парни, на нас Галактика летит или еще что-то? ЛПС. Да, это Галактика ЛПСов. Чарли, пошли, дроп ЛПСов. На Чарли дроп ЛПСов идет, и на Альфа идет дроп ЛПСов. Попробуем сбить. Попробуем сбить Галактосом. Они, по-моему, стреляют, пока не дроп ЛПС. Также идет танковый зерк из молнии. Галактики, сбивайте их. Таранте. Налетчик выведен из строя. Пехота атакует точку Б. Бля, нас вайпнули. Так, отходим. Все отходим. Отходим, ребят. Отходим. Фулбэк. Дементор, маяк ставь. Поздняк. Моти, давай. Ставь маячок, Моти. Ребята, передислоком. Все передислоком, просто наблюдательные расмезы. На расмезу. Передислокация на расмезу. Все на расмезу. 70%. Так, да, отмена на расмезу. Так, ребята, Альфа-Браво, склад Зурвана. Альфа-Браво, склад Зурвана. Чарли-Дельта, наблюдательный пункт расмезы. Ребята, на расмезу отходим. Авиацию. Наша задача почистить расмезу галактики. Там дохрена громов на расмезе, ребят. Еще раз повторяю, Альфа Браво, склад Урвана, Чарли Дельта, наблюдательные расмезы. Что потеряли? Ничего. О-о-о. Нарошную сергач идет. Так, давай, сейчас начнем защищать технику. Давай, Ридик, ближе к точке, ближе к метке. Покинуть корабль. Так, галактики в каждом отряде должны быть. Галактос есть у нас? Мне только нужен Галактос. Разбили. Так, ребята, галактики, ребята, по метке взвода. Над старым арсеналом стоим. Повторяю еще раз, галактики над старым арсеналом. Галактики над старым арсеналом собираемся. Модус, понятно. Так, Варенус, ты тут, меня слышишь, друг? Да, слышу. Бери Галактос, ставь над старым арсеналом. Понял. Мы их выбили с расмеза. Я понял, Дельта Галактика над старым арсеналом. Браво, Чарли Галактика то сейчас будет над старым арсеналом. На складе Зурвана все, тоже пошло на брата, нормально. Что там у снайпера? Представим защитников к награде.
Так, ребята, галактики над старым арсеналом не вижу наши. Вижу Браво галактика там, Альфа галактики не вижу, Чарли галактики не вижу, Дельта галактики не вижу. Лечу, лечу уже. Уже лечу. Ребята, мне сейчас нужны там галактики, вот просто вот там конкретно, короче. Так, Чарли Дельта, наблюдательная вышка в Рашно, передислока. Так, заворачивай. Чарли Дельта, наблюдательная вышка. Передислоком. Наблюдательная вышка Рашно. Передислоком видите, да. Гала пускай одна летит. Гала пускай. Гала стоит там. Галактики, авиация, наблюдательная вышка Рашно. Там техники овер 9000, скорее всего. Подкосите. Я так думаю, тут два отряда погоду не сделают. Так, Альфа Браво, достигните полного перехака и пересадитесь в галактике своей. Авиация, тут Гром стоят прямо вот вообще, да, короче. Сейчас работаем, КВ, понял. Я вылетел, но мы работаем. Эх, тут как грязи. Да, блядь. Нет. Так, Галактосы, я понял. Так, галактики. Галактики, все галактики выдвигаются на наблюдательную вышку Рашно по метке взвода. Всем быть в галактосах своих. Ребята, Чарли, быстрее в галактос свой. Ребята, давайте, давайте, давайте. Нам наблюдательную вышечку надо аккуратненько взять и продвинуться чуть вперед. Нам не дают. Дроп. Дроп пошел. Вот черт. Опять это 13 кнопочный. Галактики висим. Галактики висят. Ребята, галактики висят над этим, над респом. Берем, 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 берем точку. Берем, выкуриваем их оттуда, этих педиков. Ненавижу их трактора, блин. Угу. Чарли Гала кончилась. Бля, майн. Блин. Так, Чарли, встаем в биолаборатории. Начинаем воевать на биолаборатории. На лабоне еще пока не лезет. XV, я ухожу. Пускай кто-то там кого-то заметил в раво место. Сус. Возьми этот чка на день просто на себя и все. Чтоб слышать, что говорят. Так, ребята, весь платун аккуратненько отходим на биолабораторию Рашна. Встречаем их здесь. Встречаем их здесь. Весь платон отходит на метку взвода в биолаборатории Рашна. Авиация, вы где вообще есть? Мы над биолабой крошим Галли ДМБ. Угу, отлично. Галактики. Сколько галактик? Нету с телепорта. Кому вырезать, как нехуй делать, вообще можно. Может быть, вы как бы ЧК оденете, присоедините общим, к общему веселью. Да, у нас ЧК ни у кого нет. У Бетельгейза есть ЧК. Он отошел. Угу, ясно, понятно. Channel switched. Никс, я тебя переброшу сейчас в Браво. Начинаю ремонт.
Так, Ник, скажи Сусу, что ты, в общем, ты меня слышишь, и все нормально. Так, ребят, еще раз повторю, Альфа, Браво, Чарли, Дельта, оборона Рашна. Блин. Ну это полный идиотизм. Вот, ребята, вот сейчас на карте вообще творится полный пипец, да, короче. А западный блокпост, кварцевая гряда, столкновений нет вообще никаких, да, западный блокпост 1.12, госхак идет. А корпорация Титан 1.12 идет 40, а вот к Алатуму они подходят. И северные врата Хвара тоже до там 25. Окей, они уже вылезли. Делдаус, красавец. Прорыв. Да, я вижу. Вижу, ребята. Сейчас, Чарли, вперед через прыжковые. Через прыжковые к точке. Через прыжковые к точке, ребята. Вот прям сейчас. Ах ты ж, мать его, Макса, блин. Быстрее, быстрее, Чарли. Через прыжковые к точке на вышке Рашну. На вышку Рашну, ребят. Так, ребята, Дельта через прыжковые на вышку Рашну. Чарли, вы через вышку прыжковые на вышку Рашну, ребята, давайте. Постарайтесь зенитки там взять. Одна вовремя кинутая граната может изменить ход игры. Что там зенит такой вердей тысяч? Гранату мы ничего не можем назад, сделать сейчас. До сих пор убийство не чистое. Мы прижаты к чертовой матери к этому. Ну, там четвертый у нас прошел. Радик. Суджон, отдай Радику, все, Радик. Бэнных, немерено. Ах ты, мать, этот танк. Кто там маяк? Давайте, кто сейчас вижу звезда. Номер, кому маяк? Третьему дайте. Быстро третьему дайте. Маяк есть, падайте, Чарли. Банзай. Так, весь платун вперед уходит. Ребята, весь платун, передислокация по метке взвода. Пошли, 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 ребят. С двойки заходит. А что по это? Ребята, в оборону, бля. Чарли, рядом с точкой. Инженеры нужны рядом с точкой. Зашли, ёпта. Падайте. Чего понаблюдать, мы не можем работать вообще никак. Я понял. Середина алерта, ситхи на вратах строятся. Заебись новость. Парни, когда где-то прорывает, вы не молчи. Чарли около точки. Браво, Альфа, двойку займите наверху. Дельта, тройку кройте. Мой конец, Чарли. Могу починить. Маяка нету, сейчас будет маяк, ребятки. Блять. Сейчас верну тебя в строй. Ну, помолитесь за меня, гоню гром. Давай. Спасибо, Олова. Начинаю ремонт. Ребят, дайте турель поставить. Инфариуса поднимите. Турель дай поставить. А две на точке она. Бля. Ридик, даю команду, делаю командира, передай кому-нибудь. Блять. А, Сокс пробежал в ВДВшне 12.33 нашей.
Сможете максатку? Эй, черт! Точка, 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 ребята, там ВДВ на точке уже давно. Да их дохуя там. Много, вернее. Все с дробашами, конечно же. Зато, блядь, 48 плюс на лабе сидят, блядь. Сидят, блядь. Не видишь ли, что на карте происходит? Бараны. Стреляли, сэр. Сейчас оттуда все ушли бы, мы бы взяли его. Я. Да, конечно. Взяли. У нас нету ничего. Гром доехал? Нет, нет, не доехал. Нет. Давайте на точку. Били. Ридик, давай, братан. Я сдох. Макс сдох. Ребята, бля. Все сдох. Так, ребята, отходим снова. Так, в биолабораторию отходим все. Обратно в биолабу. Все в биолабу отошли. Не идем, не идем на точку. Не идем на точку. На следующий гекс не идем. Отходим, отходим, отходим. Гарнизон Риджитрока потеряли, ё-моё. А его никто не дефит. Не без судов надо дефить. Да. Передислок, ребята, небесный док. Отходим, отходим туда. Все передислоком на небесный док. Если небесный док не задефаем, там все. Но мы потеряли Риджитрок. Там есть респ. Я знаю. Мы потеряли Риджитрок, ребят. Это все. Это начало конца. Сейчас и небесно потеряем, там 48 плюс. Но мы туда еще не высадились. Да фишка. Дело в том, что это ту их уже 48. Так, висит 4 галактики. Авиация на небесный док. Сможете подойти? Сбить галактики? Уже там. Вот авиация над нас. Да, срочно. Тут галы 4 штуки и либер, да. Ребята, я еще раз повторяю, командир Альфа Браво Чарли. Альфа Браво Чарли, командиры, переместиться на небесный док, ребята, на небесный док. Галактики, ребята, обеспечьте галактик, высадка с галактик. Так, я беру галактику для Чарли. Галактики нужны Альфа Браво Чарли. Ребята, галактики сейчас не влетают в бой. На Рой Тора перегрупп. На метке отряда Дельта галактики перегруппятся, ребят. User disconnected from your channel. Чарли, передислокация в гал. Ребята, я еще раз повторяю. Галактики по метке отряда Дельта. Наши. Альфа гала не вижу, Дельта гала не вижу. Редик, дай третьему команде. Поехали. Поехали, галактики, по метке взвода полетели. Полетели, полетели, ребята. Аль Чарли. Чарли передислок гал. Чарли передислок гал. Быстро. Замечена вражеская галактика. Уничтожена галактика противника. Внимание, сейчас будет. Нифига там техники снизу. Ёппарес, это 4 галактоса здесь. Пускал 4 галактоса. Чарли, приготовиться к дропу. Ёп! Дроп, дроп, блядь. Дроп! Семен Семенович, фок, блин. Чарли, работать понизу. Ага, все. Да ну нахер эти... Таран, блин, они все дебильные какие-то. Так, хвы на небесном, воздуха нет. Теперь работайте по земле. По точке раздолбайте точку. Их рядом вот. Их просто дохренище рядом с точкой, понимаешь? Принято. Да, Здорово. Здорово. Привет. Просто работайте рядом с точкой авиации. Понял.
Во время дабл-тима предлагаю давить только на одну сторону. На другую вообще не оборачиваться. Удалить тем получается. Сколько их все, бля, потеряно. Потрачено нахрен. Еще не вечер. Да вечер, не вечер, блин. Наши тиране вообще нихера сделать не могут, дебилы, блин. Отходим на вышку. На красной гряды. Так, отходим все на вышку красной гряды. Готовимся фрагать там. Все. Просто понимаешь, вот тупо, да, вот. Продвинулись вперед, а потом все затупили. Авиация, ребят, авиация. Над вышкой кружитесь над красной грядой. Принято, сейчас будем. Ёбнутый маяк, пожалуйста. Короче, взвод. Стоим здесь, фрагаем уродов.